Телом я родился в Нижнем Новгороде, духовно в Казани, а как писатель в Самаре. Сюда Максим Горький впервые приехал в 1895 году, когда ему было 26 лет. Он приехал сюда, чтобы вот все эти впечатления, которые в нем до сих пор накапливались и зрели, во что-то претворились. Он здесь опубликовал, здесь он набрался уверенности, и вот в этом смысле, конечно, он родился здесь как писатель. Здесь вышли его произведения «Песни о Соколе», «Старуха и Зергиль», «Однажды осенью». Свою работу он подписывал псевдонимами Ягудил Хламида, Пьеро, Дон Кихот и Паскарелло. После приезда в город Максим Горький по совету Короленко устраивается в «Самарскую газету». В то время ее редакция располагалась вот в этом здании. Сначала Горький работает фельетонистом, а после редактором. За это время он написал, опубликовал более 500 заметок, рассказов, очерков и фельетонов. Работа в «Самарской газете» для Горького стала настоящим трамплином в успешную жизнь. Ну а кроме того, здесь же он встретил свою первую и единственную официальную жену. Она – корректор «Самарской газеты» Екатерина Волжина, дворянка. Он – необразованный босяк из семьи краснодеревщика. Ее родители сопротивлялись этому союзу, но в итоге они поженились. Судя по письмам Горького к возлюбленной, он не испытывал комплексов из-за своего происхождения и образования. Наоборот, был амбициозен и абсолютно уверен в своем таланте и востребованности. В 1896-м Горький был еще неизвестен, но буквально через 2 года после отъезда из Самары стал невероятно популярен. Мы выяснили, что знают об истории современные горожане. Здравствуйте, сегодня день рождения Максима Горького. Как вы думаете, что его с Самарой связывает? Учился здесь. Ну, не могу сказать полностью, с чем его связывает, но мы его все знаем, чтим, помним, любим. Леша Пешков, он же, по-моему, в Самаре провел детство. Как раз это Горький, нет? Горького с Самарой? Ой, если честно, я даже не знаю. Не знаю. Он здесь работал, жил. И писал газету какую-то там, точно не помню. А сможете что-нибудь из Горького процитировать? Конечно. На седой равнине море ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник. Сегодня имя Максима Горького в Самаре носит Струковский сад, загородный парк, улица и драмтеатр. Валерия Макарова, Константин Головин, «События».